don't stop at the end. You can be anything you want. У берегов Франции, в проливе Ла-Манш, спрятался миниатюрный островок Джерси, где 5 мая 83-го так и осталось непримечательным весенним деньком. Но только не для морского пехотинца Колина Кавилла и его жены Марианны, которые праздновали рождение четвертого сына – Генри. Братья Ник, Пирс и Саймон гораздо старше. Компания Генри парней не интересовала, и до трехлетнего возраста малыша развлекала только мама. Но в 86-м семья пополнилась еще одним карапузом. Чак, так назвали пятого брата, тут же попал под опеку трехлетнего Генри и стал его лучшим другом. Мальчики росли в суровых условиях. Несмотря на то, что отец ушел из армии и занялся торговлей акциями, армейская муштра и строгая дисциплина отражались на сыновьях. Старшие братья готовились к поступлению в военное училище и пророчили младшим подобную участь. К удивлению родителей, едва отправившись в школу, Генри попал в театральный кружок и следующие 6 лет думал только о сцене. Но размеренная островная жизнь и редкие спектакли быстро наскучили. К 13 годам Генри уговорил родителей отправить его в школу-интернат Стоу. Интернат был настолько строг, насколько это вообще возможно. Но он дал мне замечательное, фантастическое образование и реально подготовил меня к трудностям карьеры актера. Постоянная самодисциплина и ни единой мысли о том, чтобы позволить себе какую-нибудь слабость. Школа научила меня быть вдали от дома, не имея никакой поддержки. Первое время Генри приходилось нелегко. Перевод оформили только посреди учебного года, а 13-летние парни не особо гостеприимные и встретили новичка с характерной для подростков жестокостью. Не помогало и тучное телосложение, из-за которого к нему прицепилась кличка «Толстый Генри». Но мальчишку не сломили. Наоборот, он тут же записался на секции крикета, хоккея на траве и регби, из-за которых уже к концу учебного года стал лидером класса, при том, что не забросил и увлечение театром. Я не прыгал по дому в балетном трико и не декламировал стихи капризным тоном. Я играл в регби и хоккей и готовился пойти в военное училище. В старших классах Генри увлекся египтологией и хотел посвятить ее изучению университетские годы, после чего собирался вслед за братьями вступить в королевские вооруженные силы. Но судьбу 16-летнего юноши перевернула одна случайная встреча. Весной 2000-го в школу Стоу приехала съемочная группа фильма «Доказательство жизни». Сцену снимали на футбольном поле и в качестве массовки задействовали учеников старших классов, в числе которых оказался и Кавилл. Среди одноклассников провели прослушивание на роль сына персонажа Рассела Кроу, где Генри не улыбнулась удача. Иронично, что победившего Мерлина Ханбери Тенниса по сюжету звали Генри. И хотя это сложно заметить, на заднем плане кадра произошел кинодебют Кавилла. В перерыве между дублями Рассела удивил смелейший из мальчишек, что набрался храбрости и первым подошел к звезде. Вместо просьбы об автографе Генри тут же спросил у Кроу, каково это быть актером, на что Рассел ответил: «Платят хорошо, но относятся к тебе как к куску дерьма». Казалось, на этом история окончена, но через пару дней Кавилл получил посылку. And on Henry's I put
Journey of 1000 miles begins with a single step. Забавный случай и приятная встреча, не больше. Но спустя 12 лет надпись на открытке окажется пророческой, и на другой съемочной площадке, за тысячи миль от Стоу, Генри все же сыграет сына Рассела. I am your father, Cal. Но для этого юноше придется пройти куда больше одного шага. Через год после встречи с Расселом в его школу вновь наведались киноделы. На этот раз создатели фильма «Граф Монте-Кристо», которые устроили среди старшеклассников открытые пробы на роль смазливого красавца Альберто Монтего. Генри сразу же приглянулся кастинг-директору, хотя его и смущал лишний вес парня. Но почуяв шанс сняться в настоящем кино, будущий актер вцепился в него мертвой хваткой. I'm Albert, son of Fennel, Count Mondego. Контракт обязывал сбросить 10 килограмм веса за 2 месяца, на что он тут же согласился. Так, благодаря фитнесу, Кавилл заполучил первую роль в кино. Экранизация романа Александра Дюма подарила Генри не только дебют, но и опыт работы с признанными мастерами профессии. Your father will be proud of you. Режиссер Кевин Рейнольдс прославился постановкой истории Робин Гуда и «Водного мира». А на площадке Кавилл играл вместе с Джимом Кевизелом, Гаем Пирсом и Луизом Гузманом. Опыт раскрыл перед юношей двери десятков прослушиваний, и он отправился покорять пробы. В то же время выход «Монте-Кристо» перенесли на год. Режиссеру показалось, что в финальной сцене трава слишком желтая, и он отложил съемки до следующей весны. Так, к моменту выхода первой ленты, Генри уже успел сняться и появиться на экранах в другом фильме. Криминальный триллер «Лагуна» принес Генри дебютную главную роль, а партнершей стала Эммануэль Сейнье, жена Романа Полански. Актрису шокировала застенчивость 18-летнего парня в постельной сцене, и она напоила Кавилла. Помимо Сынье, в актерском составе присутствовали звезда третьего крестного отца Джон Монтенья и певец Чарльз Азнавур. I should be in Florida, Tampa, where I have a lovely villa with a pool. Instead, I'm here with my bones out in the cold. К сожалению, каст не спас фильм, и незамеченный проект не принес молодому актеру никаких дивидендов. Но Генри не унывал, ведь спустя полгода отправился в Калифорнию. 23 января 2002 в театре «Эль Капитан» прошла премьера фильма «Граф Монте-Кристо». За последующие 2 месяца картина собрала 75 миллионов в прокате и получила отличную критику, где нашлось место для пары хвалебных фраз об очаровательном Альберте Мондего. Успех заставил юношу выбирать между семейной традицией военного поприща и киноиндустрией. На помощь пришла мама. Марианна поддержала Генри и настояла на развитии актерской карьеры. Послушный сын отправился покорять кастинги и за следующие 2 года 5 раз праздновал успех. Right place, right time, right face. It's what it all down to. I just got really, really, really lucky. Lots of English. Да, проекты не ровня дебюту, тем не менее, он относился к ним со всей серьезностью. Будь то эпизодические роли в детективных сериалах «Инспектор Линли расследует». Инспектор Линли. And Sergeant, I'm sorry, I didn't catch your name. И чисто английские убийства. You wanna get yourself killed? Или мимолетное появление в драмах «До свидания, мистер Чипс». How are you, sir? И я захватываю замок. Would I be presuming if I asked you to come for a walk with me? When? When the bluebells are at. К декабрю 2003-го актер расширил фильмографию, но перспектив в Британии все равно не хватало, а участие в эпизодах криминальных драм или проходных телефильмов никак не развивало карьеру. Венец этих похождений – роль в 8-й части «Восставшего из ада». What's up, Mike? What? Где Кавилл изобразил фаната онлайн-игры. Забавно, что в жизни актер занимался тем же и проводил все свободное время за игрой World of Warcraft. The World of Warcraft.
Параллельно он добивался роли в четвертой части саги о Гарри Поттере, но уступил Роберту Паттинсону. Ему же Генри проиграл и место в «Сумерках». Hello. I'm Edward Cullen. Работа над фильмом началась еще в 2004-м, и автор романа Стефани Майер признавалась, что описывала Эдварда Каллена, держа в голове именно Кавилла. Но к моменту начала кастинга он уже вырос, и продюсеры убедили писательницу выбрать актера помладше. Отказ из-за возраста ждал Генри и на следующих пробах. Долгое время его называли главным кандидатом на роль нового Джеймса Бонда, но посчитали слишком молодым и выбрали более зрелого Дэниела Крейга. The name's Bond. James Bond. Год провалов и скитаний по прослушиваниям. Чтобы разорвать цепь неудач, Кавилл отправился в Голливуд, где получил шанс на роль Бэтмена в новом фильме Кристофера Нолана. Но еще до прихода в проект Кристиана Бейла его кандидатуру заменили на Киллиана Мёрфи. Что же, не получилось сыграть Брюса Уэйна, значит, стоит попробовать себя в роли Кларка Кента. Warner Brothers уже пару лет готовились к созданию нового фильма о Супермене. Джей Джей Абрамс написал сценарий, а в режиссерское кресло попал Брэд Рэтнер, который видел в главной роли именно Генри. Дело почти дошло до контракта, но студия решила отказаться от этого варианта, в первую очередь из-за предполагаемого бюджета картины, который превышал 250 миллионов долларов. Тогда Рэтнера заменил режиссер «Людей Икс» Брайан Сингер, который предложил новый сценарий и другой актерский состав. Так за два года Генри упустил 5 невероятных шансов. Его провалы не остались незамеченными, и в конце 2005-го журнал Empire назвал Кавилла главным неудачником Голливуда. «Я почти дошел до черты, когда надо бы уже сдаться». Но Генри не сдался, ведь на помощь пришел режиссер, благодаря которому актер дебютировал в кино. Кевин Рейнольдс вновь взялся за экранизацию легендарных историй. Приключенческая драма «Тристана и Изольда» объединила россыпь талантливых актеров. Кавилл разделил экранное время с Джеймсом Франко. Марком Стронгом и Руфусом Сьюэлом. Невзирая на то, что фильм ждал провал, который повлек за собой крах студии Franchise Pictures и закат карьеры Рейнольдса, для Генри он послужил окончанием двухлетнего застоя. Так, в том же году актер приглянулся режиссеру Рэндаллу Клайзеру, что прославился благодаря фильмам «Бриолин» и «Голубая лагуна». Клайзер предложил Генри одну из главных ролей в новой интерпретации рассказа о «Красной шапочке». Но публике не приглянулась идея бабушки Йога, скупого волка и малышки в красных сапожках, поэтому малобюджетную ленту ждал сокрушительный провал и десятки уничижительных рецензий. В 2006-м Генри пригласили на пробы в исторический сериал «Тюдоры», что повествует о временах правления Генриха VIII. Актер рассчитывал на очередную второстепенную эпизодическую роль, но так приглянулся создателям, что ему тут же предложили сыграть герцога Чарльза Брентона, распутного сердцееда и доверенное лицо короля, ключевого персонажа в сценарии. Так, спустя 6 лет скитаний, наконец настал звездный час Генри. Актерский состав наполнили многообещающими новичками, и кроме Кавилла там сыграли Джонатан Рис-Майерс, Натали Дормер и Аннабель Уоллес. Хватало и опытных партнеров по площадке, от Сэма Нила до легендарных Макса фон Зюдова и Питера О'Тула. Трудно представить лучшую актерскую школу. И хотя в первом сезоне Генри запомнился зрителям благодаря постельным сценам и страстным эпизодам, ко второму таких моментов стало гораздо меньше. Актеру удалось раскрыть персонажа так, что он полюбился публике и за другие качества.
Но поначалу казалось, что чем больше Кавилл оголяется на экране, тем популярнее становится сериал. Излишнее внимание к эротике – это главная претензия критиков. Тюдоры получили смешанную реакцию, высоким рейтингом противостояли кошмарные рецензии. Невзирая на это, первый сезон даже номинировали на «Золотой глобус» за лучшую телевизионную драму. Тюдоров продлили еще на 3 и закончили в 2010-м, а Генри и Джонатан – единственные актеры, сыгравшие в каждом эпизоде. Но вернемся на 3 года раньше, когда BBC выпустила первые серии и подарила Кавиллу настоящую славу. Шоу транслировали в десятках стран, и актер наконец начал получать предложения, которые приносили больше, чем надежды. Но съемки в крупном телевизионном проекте отнимали все время, и за 3 года ему удалось совместить их только с 3 лентами. Первой на экраны попала фэнтези-мелодрама «Звездная пыль» от начинающего режиссера Мэтью Вона, который уже успел прославиться благодаря сотрудничеству с Гаем Ричи и собственной картине «Слоеный торт». Crazy Larry was gay. He was never gay. Larry used to say. Fucking females is for puffs. И хотя в звездном актерском ансамбле Генри вновь досталась лишь эпизодическая роль, он предстал в непривычном для себя амплуа. In fact, I'm having trouble remembering if there was anything you were good at. Humphrey? Самовлюбленный блондин Хамфри позволил ему раскрыть комедийный потенциал. Death wish. Ah. Но поклонницам Кавилла «Звездная пыль» запомнилась и тем, что наконец-то он посетил премьеру в сопровождении кого-то, кроме матери. Так начались первые серьезные отношения в жизни. Избранницей стала гример Сьюзи Редмонд, с которой он познакомился на съемках «Тюдоров». В 2008-м, в перерыве между работой над сериалом, Кавилл отправился в США, где исполнил очередную роль второго плана. На этот раз он сыграл очаровательного британца Рэнди в комедии Вуди Аллена «Будь что будет». What did you say your name was, darling? Huh? Randy. Oh, Randy. Randy Lee James. Randy Lee James. Nice to meet you. Его партнерами стали Эван Рэйчел Вуд. You're a really good actor. I try. Although I'll never be a genius. Патриша Кларксон, Конлит Хилл и, конечно же, уморительный Ларри Дэвид. Who's this? В том же году Генри получил главную роль в хорроре «Кровавый ручей». «Рунные камни», «Агенты Гитлера», «Сотни литров бутафорской крови» и «Безобразные монстры». Синопсис типичного фильма категории B, но Кавилла привлек не текст, а режиссер. Джоэл Шумахер, признанный мастер криминальных триллеров, «С меня хватит». «Время убивать» и «Телефонная будка» завоевали сердца миллионов зрителей, а удачные эксперименты в других жанрах, вроде «Призрака оперы», подарили уверенность и в этом проекте. Помимо Генри, навыки и имя постановщика очаровали Доминика Пёрселла и Майкла Фассбендера. К сожалению, первая реакция на сценарий не обманула. You have no idea what you've started. «Кровавый ручей» оказался типичным слэшером, который ждал ужасающий провал. Сборы в 200 тысяч долларов едва ли окупили даже декорации. Результат стоил Шумахеру карьеры. Но исполнители главных ролей предпочли поскорее забыть эту жуткую историю, что напугало Голливуд куда сильнее, чем Ричард Вирт. Во время работы над последним сезоном «Тюдоров» Генри прошел еще одни пробы. На этот раз он заполучил главную роль в фэнтези-экшене «Бессмертный». Несмотря на то, что физически Кавилл совершенно не подходил, его утвердили еще до того, как закончили сценарий. Рассказ о Древней Греции требовал от актеров походить на скульптуры эпохи и одновременно на героев картин Ренессанса. Режиссер Тарсем Сингх прославился неповторимым визуальным языком, а его предыдущую картину «Запределье» критики называли самым красивым фильмом в истории.
В этот раз Торсен собирался создать ленту, что будет напоминать полотна художника в эпохе Просвещения. Именно он настоял на кандидатуре Кавилла, от которого потребовал пройти полугодовую программу тренировок. Генри приступил к занятиям с командой специалистов до того, как на нее выделили бюджет. We just trained. It was 8 hours a day in the gym. 5 days a week. I mean, it's crazy amount of training that we did. Спустя полгода ожидания финансирования создатели оплатили курс и с удивлением обнаружили, что актер уже готов к съемкам. Генри изменился до неузнаваемости, снизив процент жира в теле до 6 и сохранял его таким на протяжении съемок. Позже партнер по площадке Микки Рурк вспоминал, что парень не появлялся в кадре, пока не сделает 2000 отжиманий. Помимо Рурка, которому досталась роль короля Гипериона, в картину попали Люк Эванс, Фрида Пинто и Джон Хёрт. Such odysseys were meant for the young and expectant, not for a worn-out old goat like me. Испытания актера не закончились на сотнях изнурительных часов в спортзале. Ежедневно его тело покрывали слоем темного грима, но в отличие от коллег он отказался от дополнительной прорисовки мышц, ведь хотел честного изображения на экране. 3, 2, 1, action! Также ему пришлось сделать полную эпиляцию тела. Ожидаемая визуальная часть «Бессмертных» впечатлила как зрителей, так и критиков. Солидным кассовым сборам не помешал даже рейтинг R, что присвоили из-за массы насилия и эротики. Успех в «Тюдорах» Генри удалось закрепить удачным появлением на большом экране. Его лицо красовалось на афишах кинотеатров по всему миру, и полноценный прорыв наконец состоялся. It's beautiful. It's different. And, definitely worthwhile. Сразу же по окончании съемок в мифологическом экшене Генри получил главную роль в приключенческом триллере «Средь бела дня», где сыграл вместе с Брюсом Уиллисом и Сигурни Уивер. Забавно, что при первой встрече режиссера Мабрука Эль-Микри шокировало тело актера. Но Кавилл не услышал комплиментов. Постановщик объяснил ему, что его персонаж – обыкновенный парень, и актер обязан сбросить рельеф. Так, следующие 2 месяца стали подготовкой мечты. Никакого спорта и гастрономический кутеж. Далее 8 недель съемок в Испании, где Генри пришлось бегать, прыгать, падать и плавать. Видимо, поэтому на экране он все еще в форме. Премьера состоялась 6 апреля 2012-го, и уже на следующий день средь бела дня окрестили неудачной имитацией фильмов о Борне. Критики не оставили картине никаких шансов. Уничижительные рецензии, в которых досталось каждому причастному к проекту, но сборы в 16 миллионов превратили его в жуткий коммерческий провал. I have just found out my company is officially bankrupt. В то же время на другом континенте Кристофер Нолан и Дэвид Гойер готовили для Warner Bros. Новый проект – сценарий очередного ребута истории о главном супергерое Америки. Режиссерское кресло досталось Заку Снайдеру, что прославился благодаря экшену «300 спартанцев». This is Sparta! Нолан и Гойер предоставили ему текст и заняли место творческих консультантов. Роль Кларка Кента хотел заполучить ее исполнитель из предыдущего фильма, но режиссер отверг просьбу Брэндона Рута, ведь хотел сжечь мосты со всеми предшествующими лентами.
Единственное, что осталось – наработки кастинг-менеджеров. Так, первыми на прослушивание пригласили Эми Адамс и Генри. Актриса также участвовала в пробах в 2004-м. Когда же проект превратили в «Возвращение Супермена», она возглавляла список кандидаток и там. Но только Снайдер, наконец, позволил актрисе получить роль Луис Лейн. Кавилл также устроил Снайдера. Его испытали неординарным способом и заставили читать реплики в оригинальном костюме 60-х годов, который в наше время вызывает, если не смех, то как минимум улыбку. Актер уже удалось отыграть сцены так, что присутствующие воспринимали его всерьез. Но для фильма Зак предпочел осовременить облачение супергероя. Режиссер просмотрел 1500 эскизов, но так и не подобрал убедительное нижнее белье, поэтому впервые отказался от классических трусов Супермена. Также использовали менее контрастные цвета и никаких искусственных подкладок. A little hot at points, but great, functional, can move in it, it looks good. Снайдеру даже пришлось добавить в фильм две сцены с оголенным торсом, чтобы показать зрителям, что это настоящие мышцы Кавилла, а не спецэффекты. Да, Генри превзошел смелейшие ожидания, при том, что отказался от употребления анаболиков и предпочел натуральное наращивание мышечной массы. Зак устроил его в знаменитый спортзал «Джим Джонс», где готовили актеров 300 спартанцев. Кавилл ежедневно занимался по 2 часа в течение 4 месяцев, выпивал по 5 протеиновых коктейлей в сутки и дополнительно тренировал кардио для сжигания жира. Результат удивил и самого актера, который не думал, что выйдет на экране таким большим. Его достижения оценили даже критики, что зачастую не обращают внимания на подобные трансформации. А после съемок сцены выхода из воды в качестве жеста награды за все мучения Снайдер вручил Генри кусочек пиццы и мороженое. Но главное событие на съемках – это встреча с Расселом Кроу. Актер не сразу узнал Генри, но когда вспомнил их последнюю встречу, удивился тому, как серьезно юноша воспринял слова из открытки. I finally said to him, "Do I know you from somewhere?" And he got this little smile in his eyes and went, "Do you remember going to Stowe School?" Кавиллу посчастливилось оказаться в центре впечатляющего актерского ансамбля. Помимо ранее упомянутых Эмми Адамс и Рассела Кроу, ему составили компанию Кевин Костнер, Дайан Лейн, Лоуренс Фишборн и Майкл Шеннон. That is what you have taken from me. Во время съемок в прессе не утихали споры. Фанаты серии возмущались выбором британского актера на роль главного супергероя США, но сторонники Кавилла парировали упоминанием Кристиана Бейла, который за 8 лет до этого стал первым Бэтменом родом из-за океана. Когда же фильм появился в кинотеатрах, споры мгновенно утихли. Картина превосходно показала себя в прокате и приглянулась критикам, а Warner Brothers заключили с Генри сделку еще на 4 фильма. Кстати, премьера «Человека из стали», что состоялась в июне 2013-го, приурочена к 75-й годовщине первого появления комикса о Супермене. За неделю до прохода по красной дорожке Кавилл снялся в популярнейшем детском телешоу Америки «Улица Сезам», где в компании 3 поросят и волка мило объяснял детям значение слова «уважение». Hi, I'm Henry. Oh, and Elmer's Elmer. And we're here to tell you all about the word respect. Yeah, R-E-S-P-E-C-T, baby. 2013-й запомнился и романом с Джиной Карано, профессиональным бойцом ММА. Пара провела вместе чуть больше года и мирно рассталась. Но Джина успела осчастливить Генри, подарив ему щенка породы Акито, которого актер назвал криптонским именем Супермена – Кал-Эл. Кал-Эл.
Пес стал его верным спутником на съемках, снимках в соцсетях и даже на интервью. He drags a lot of attention away from me, which is excellent. He always has the unconditional love. В следующем году Генри получил шанс поработать вместе с Гаем Ричи. Актера пригласили принять участие в прослушивании на роль русского агента разведки Ильи Курякина в ремейке «Агентов Анкл» популярного британского сериала 60-х. Он понравился режиссеру, но когда Ричи увидел пробы Арми Хаммера, то незамедлительно выбрал его. Интересно, что зеркальная ситуация произошла 2 годами ранее. Именно Арми первым приглянулся Заку Снайдеру и являлся главным претендентом на роль Супермена, пока тот не увидел Кавилла. Казалось, что это конец. Но спустя 2 месяца из проекта ушел Том Круз, и Гай Ричи предложил сыграть Наполеона Соло Генри, который незамедлительно согласился. Правда, при одном условии – никаких оголенных сцен. Режиссер выполнил просьбу и дал актеру шанс раскрыть талант в полной мере. Соперничество исполнителей главных ролей за пределами кадра привнесло в их совместные сцены неподражаемую химию. Для всего актерского состава главной задачей при работе над образами оказались акценты. Так, Генри британец, что играет американца. Арми американец в роли русского. Алисия Викандер из Швеции, но играет немку. А Элизабет Дебики – австралийка с типичной британской речью. Костюмы Наполеона Соло заслуживают отдельного внимания. Генри считал, что попал в образ благодаря изысканному внешнему виду. Исторически аккуратный, пошитый из роскошных тканей гардероб от лучшего британского портного Тимоти Эвереста, что создает образы для франшиз «Джеймс Бонд» и «Миссия невыполнима». Только я надевал их, я сразу чувствовал себя Наполеоном Соло. Соперничество Генри и Арми выходило за рамки вражды персонажей. Так актеры постоянно соревновались в умениях и пробовали выполнить каждый трюк самостоятельно. Даже для мимолетно вырванной скатерти Кавиллу пришлось обучаться у популярного иллюзиониста Мэтта Рикардо. Но упоение опасностью чуть было не привело к печальному результату. Сцена погони на лодке заканчивалась спасением Курякина. Актеры играли под водой. Чтобы оставаться на дне, Арми засовывал ногу в специальный грузок. Когда Генри брался за Хаммера, актер должен был вытащить стопу и всплыть. Но первая же попытка закончилась тем, что Кавилл схватил партнера и тянул кверху вместе с огромным шлакоблоком. Даже Супермену эта задача оказалась не по зубам, и он отпустил Арми. К счастью, за кадром дежурили водолазы, которые тут же вытащили актера на поверхность. Удивительно, но детально проработанный мир, изумительный монтаж и остроумный сценарий не принесли дивидендов в прокате. Фильм не окупился, и с актерами расторгли предварительные контракты на сиквел. Но они не отчаиваются и до сих пор вместе с Гаем Ричи ищут инвесторов для съемок продолжения саги об агентах Анкл.
absolutely hated working with you, Pearl. You're a terrible spy, cowboy. Еще до окончания работы над шпионскими приключениями ковбоя и большевика в Сан-Диего на фестивале Комик-Кон объявили о продолжении истории Супермена. Зак Снайдер и сценарист Дэвид Гойер возобновили работу над серией следующей частью, что объединяло двух главных персонажей комиксов DC. You don't understand. There's no time. I understand. Бэтмен против Супермена стал связующим звеном для создания вселенной, подобной Марвел. К тому времени Кристофер Нолан закончил съемки трилогии о Темном Рыцаре, а Кристиан Бейл отказался продолжать играть Брюса Уэйна, невзирая на 40-миллионное предложение. Его заменил Бен Аффлек, который 3 года ранее чуть было не оказался в режиссерском кресле «Человека из стали». Кавилл и Аффлек заперлись в спортзале, где добились сумасшедших результатов. Оба достигли пика физической формы. Бен сократил процент жира в теле до 8. It's hard to add muscle to your body, you know, especially at my age. А Генри весил под 100 килограмм. Yes, I love it. It's awesome. К звездам предыдущего фильма присоединились Джесси Айзенберг. Брюс Уэйн meets Кларк Кент. I love it. I love bringing people together. How are we? И Галь Гадот, которая, будто подражая Кавиллу, стала первой неамериканской актрисой, что сыграла чудо-женщину. Съемки продлились 7 месяцев, но Генри не являлся ключевой фигурой картины. В его активе всего 42 реплики, а количество экранного времени уступало партнерам по площадке, ведь помимо персонажей Аффлека и Гадот, в ленте представили Аквамена в исполнении Джейсона Момоа и Флэша, которого сыграл Эзра Миллер. Интересно, что промо-тур фильма включал и обратную связь со зрителями. Популярнейшая претензия к Супермену – это слепота окружающих, что не узнавали в надевшем очки Кларке Кенте главную звезду планеты. Чтобы доказать возможность такого перевоплощения, Генри провел эксперимент. В футболке Супермен он вышел на Таймс-сквер и стал под постерами фильма «Бэтмен против Супермена». Got stopped twice. Once by someone exiting the subway asking for directions to Central Station, and the other time was in a coffee shop where someone said, "Could you please stop taking photos?" Окончив работу над лентой, актер еще год дожидался кинотеатрального релиза. Из-за обилия компьютерной графики Зак Снайдер попросил студию дать ему больше времени на постпродакшн, после чего фильм еще раз переносили, чтобы избежать конкуренции с продолжением первого «Мстителя». В прокате картине, что стоило 250 миллионов, удалось собрать больше 850 миллионов долларов. Сумасшедший успех, который омрачила прохладная пресса и низкие оценки от зрителей. И хотя Кавилл и Аффлек отвечали на разгромные рецензии тем, что фильм создан для фанатов, а не критиков, реальное отношение к происходящему облетело весь интернет. Well, the interesting thing is that... Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. В том же году Генри снялся вместе с «Черной вдовой» Скарлетт Йоханссон. Нет, это не долгожданный кроссовер вселенных Marvel и DC, а реклама китайского телефона Huawei, в котором они соперничали только в умении снимать красивые фото. It was great working with Henry. I've actually surprisingly never met him before. He's so great. He's such a relaxed... В 2017-м Генри сыграл в биографической военной драме «Замок из песка». Описать личный опыт боевых действий во время службы в Ираке сценариста Криса Роснера вдохновил фильм «Взвод» Оливера Стоуна. Текст приглянулся компании Netflix, которая выкупила права и передала его в руки Фернандо Коимбра, режиссера, что зарекомендовал себя постановкой нескольких эпизодов «Нарко». Фернандо и Крис вместе проводили прослушивание. На главную роль выбрали Николаса Холта. К нему присоединился Логан Маршалл Грин и, естественно, Генри. Конечно, он подходил на роль. Этот парень Супермен. Вы видели его фильмы? Он в сумасшедшей форме, а эти ребята из специальных отрядов только и делают, что качаются, когда не на задании. Это стиль жизни и телосложение его часть. You guys think this info is credible?
Но визуальное сходство не единственное, что помогло завоевать эту роль. К месту пришлось и воспитание. Отцовская муштрая и военные братья оставили отпечаток. Добавим к этому смену имиджа и увидим идеального солдата. «Замок из песка» не стал хитом Netflix и получил посредственную прессу. Критики упрекали предсказуемый и наивный сюжет, но за игру актеров и атмосферу картину похвалили. Следующему предложению о работе Генри обязан социальным сетям. В комментариях под фото в Instagram Кавилл обнаружил сообщение от Кристофера МакКуори, который предложил ему роль в продолжении франшизы «Миссия невыполнима». Актер согласился и во второй раз в карьере сыграл агента ЦРУ, хотя на этот раз задача оказалась сложнее. Ни роль Наполеона Соло, ни даже Супермена не подготовила к запредельному уровню трюков в этой картине. Да, Том Круз уже доказал миру, что готов делать то, от чего отказываются даже смелейшие каскадеры планеты. Но мало кто задумывается, что его коллеги проходят через подобный опыт не реже. Так знаменитая сцена прыжка над Парижем снималась на самом деле. Единственная графика – это облака и вид на город, ведь из-за французских законов команде пришлось летать в пустыне над Абу-Даби. Кавилл и Круз репетировали в специально созданной воздушной трубе, а затем в течение 22 дней совершили 106 прыжков с 7000 метров, разгоняя скорость до 320 км в час. За 3 недели у них вышло 3 идеальных кадра. Это ярчайший пример, но не единственный. Боевые сцены. Погони на вертолетах. Падение со скалы. Спуск с крыши Большого дворца в Париже. И, конечно, перезарядка кулаков. When he did this, it's like, that's just awesome. Reloading his biceps. That was awesome. Еще до начала работы над «Миссией невыполнима последствия» Кавилл вновь сыграл Супермена в фильме «Лига справедливости». К сожалению, его сцены вырезали и потребовали вернуться для пересъемок. Но расписание пересекалось, и студия Paramount запретила ему сбривать усы. Это ограничение привело к появлению едва ли не худшего примера граффити во вселенной DC. Иронично, что «Лигу справедливости» откладывали больше 10 лет, ведь хотели снять фильм, где компьютерные технологии позволят режиссеру воплотить на экране все задуманное. Но после выхода в прокат никто не замечал чудеса CGI. Зрители видели только верхнюю губу Кавилла, которая будто жила отдельной от Супермена жизнью. Странная претензия. Возможно, это нормально для физиологии жителей Криптона. Интересно, что графики могли избежать, если бы эпизод снимали чуть раньше, ведь съемки «Миссии невыполнима» прерывали на полгода из-за травмы Круза, которая попала в финальный монтаж. Из-за этого картина вышла в прокате только в июле 2018-го. Как обычно, уверенно показала себя в прокате и почти добралась до отметки в 800 миллионов долларов. Аппарат захватывающих трюков и актерский состав гарантировали одобрение критиков и зрителей. It's a lesson in how to make movies.
том же году Генри наконец сбрил усы, когда снялся в рекламе и стал амбассадором новой линейки очков от Boss. Освобождению пространства под носом он посвятил прощальное видео в Instagram с хэштегом «Сбриты, но не забыты». Еще один опыт 18 года оказался жутким провалом. Генри заманили в криминальный триллер «Игра Ганнибала», куда помимо него попали Бен Кингсли, Стэнли Тучи и Александра Даддарио. Актерский состав достойный главных постеров в кинотеатрах, но после премьеры на кинофестивале в Лос-Анджелесе фильм отправился прямиком в сеть и получил ограниченный прокат, где заработал меньше 300 тысяч долларов. Fuck it. Критики обвинили в неудаче режиссера и сценариста Дэвида Реймонда, для которого лента стала дебютным полнометражным фильмом. Но Генри уже приступил к работе над проектом, который был обречен на успех. За год до этого, в мае 17-го, компания Netflix объявила о старте производства экранизации серии романов «Ведьмак» Анджея Сапковского. Едва Кавилл узнал об этом, он стал атаковать продюсеров сериала, чтобы заполучить роль Геральта из Ривии. Главной причиной интереса оказалась любовь к играм от студии CD Projekt Red. Yes, I did. In fact, I played the video games before reading the books. Еще до того, как шоураннер «Ведьмака» Лоррейн Шмидт приступила к написанию сценария, Генри неоднократно с ней связывался. Настойчивость сработала. I kept hearing Henry's voice in my head. And I called him, and we ended up meeting again in New York, and he auditioned for the role. Через прослушивание прошли 207 кандидатов, но уже никто, кроме Кавилла, не казался подходящим. Так актеру удалось заполучить роль мечты. What's your name? Geralt. Like Geralt. Nice. И вновь Генри предстояло раскрыть новые грани возможностей тела. Также Кавиллу пришлось изучить тонкости боев на мечах, и следующие полгода оружие всюду преследовало актера. Он даже дома не выпускал из рук меч. I had, I think, three swords where I lived. I had four at work. Wow. And it was just non-stop. Practice, practice, practice. Главной причиной столь сложной подготовки послужил отказ Кавилла от услуг каскадеров. Каждый трюк в сериале он выполнил сам. Съемки стартовали 5 ноября 2018 и продлились 8 месяцев. Спустя полгода изнурительной подготовки Генри понял, что это легкая разминка перед реальными испытаниями, ведь теперь в перерывах ежедневных 8-часовых съемок он продолжал посещать спортзал, поддерживая максимальную физическую форму. Вдобавок минимум 2 часа в день уходило на нанесение грима, а специальные линзы вредили глазам так, что их приходилось снимать каждые 3 часа, ведь боль становилась невыносимой. По словам Генри, ни диеты, ни режим, ни тренировки не приносили ему столько дискомфорта, как эти линзы. Единственное, что оказалось хуже – обнаженные сцены, для которых актеру пришлось пройти через 3-дневную схему обезвоживания организма. Однако к концу съемок Кавилл так привык к образу Геральта, что в линзах, костюме и белом парике чувствовал себя гораздо комфортнее, чем в обыкновенном облике. Конечно, сериал — это куда больше, чем исполнители главной роли. Одна только песня «Заплати ведьмаку чеканной монетой», что прозвучала во втором эпизоде, покорила мировые чарты и стала интернет-сенсацией. Исполнитель роли Лютика Джоуи Бетти говорил, что песня засела в его голове на 8 месяцев, и он не прекращал ее напевать. Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh
Как только первые изображения Генри в образе Геральта попали в сеть, Netflix настигла смешанная реакция. Конечно, не удалось избежать и параллелей с другой фэнтези-вселенной. Парик Кавилла фанаты Семи Королевств сравнивали с не менее известной прической. После выхода «Ведьмака» в ноябре 2019-го, возможно, именно сопоставление с «Игрой престолов» привели к посредственным отзывам критиков. Фанаты серии игр и романов о Геральте из Ривии с восторгом приняли экранизацию. Но большинство критиков ничего не знали о вселенной. Десятки рецензий на сериал написали журналисты, что даже не досмотрели все эпизоды. Ох, гаш. Ух. Нелинейное повествование и прыжки во времени, которые впечатлили фанатов, запутали новых зрителей. Но к концу первого сезона все становилось на свои места, и счастливчиков, что добрались до финала, оказалось гораздо больше, чем авторов негативных отзывов. Уже через 4 дня после выхода «Ведьмак» стал самым просматриваемым на Netflix и лучшим проектом компании по версии пользователей IMDb. Даже спустя полгода он не теряет позиции в рейтинге популярности и привлекает для стриминг-сервиса новых зрителей. Естественно, что съемки второго сезона стартовали незамедлительно. Предполагаемо, его сюжет будет сосредоточен на событиях, описанных в книге «Меч судьбы», а премьера запланирована на весну следующего года. Ну а шоураннер проекта Лоррейн Шмидт намекнула на высокие ставки от студии, заявив о продлении сериала минимум на 7 сезонов. Подобный график оставил Генри мало свободного времени, поэтому в 2020 году ожидается всего один проект с его участием. Экранизация романа «Энола Холмс» расскажет о сестре Шерлока и Майкрофта Холмсов, а Генри перевоплотится в самого Шерлока. Еще один проект – это, возможно, амбициознейшая видеоигра в истории индустрии. Режиссер Крис Робертс собрал в космическом симуляторе «Сквадрон 42» актерский ансамбль, которого еще не видела ни одна игра. Помимо заядлого геймера Генри, что с радостью согласился стать частью этой вселенной, в создании поучаствовали Марк Стронг, Лиам Каннингем, Бен Мендельсон, Марк Хэмилл и Гэри Олдман. Точная дата выхода еще не объявлена, но привлечь внимание любителей кинематографа к игровой индустрии создателям удалось с появлением первых тизеров. И хотя это только начало, карьера Генри Кавилла уже доказала, что иногда для импульса достаточно одной встречи, а путь в тысячу миль начинается с одного шага.